Знаете ли вы о том, как размножаются богомолы? Интересным фактом является каннибализм. В период размножения самка съедает самца после совокупления, а иногда до или даже во время него. Самка откладывает яйца в так называемой аотеке. Это своего рода кокон, который самка обыкновенного богомола крепит на ветках деревьев, кустарников и прочей растительности. Аотека может содержать от 100 до 200 яиц. Вылупление происходит практически одновременно у всей партии яиц. Из яиц обыкновенного богомола появляются червеобразные зеленые личинки. Очень быстро эти личинки пройдут первую свою линьку и станут похожими на взрослых особей, однако во много раз меньшими по размерам. Обыкновенный богомол будет проходить несколько стадий развития и взросления. Каждая из этих стадий будет сопровождаться линькой.